Welcome back, and thank you all for being so hospitable and so nice to us. Добро пожаловать! Спасибо вам за ваше гостеприимство. And we put the temperature down very low, so it's going to get real cold, so we don't fall asleep. И мы понизили температуру в зале, чтобы не заснуть во время нашей панели. Okay, we're going to open, since we've been on a break, let's open with the Serenity Prayer. We'll take a moment of silence and say the Serenity Prayer again. Давайте после перерыва начнем наше заседание с молитвы, с минуты молчания и с молитвы. Serenity Prayer. God. Боже, дай мне разум и душевный покой. Изменять то, что я не в силах изменить. Из мужества изменить то, что могу. И мужество отличить одно от другого. Да исполнится воля твоя, не моя. That was great. That was great. Yeah. Okay. I can't believe you came back. You must be really sick. Итак, не могу поверить, что все вы вернулись. Наверняка вы все точно болеете. To recap, we talked about step one and step two, and I can only share you what my experience is with the steps. Итак, повторим, мы говорили о первом и втором шаге, и опять-таки я говорю только о своем опыте. And I'm not going to give you a system for taking the steps. I may give some my opinion. И сегодня, конечно, речь идет не о том, чтобы я вам дал систему по прохождению шагов, а всего лишь поделился своим мнением. But I want to share my experience with how I came to have a spiritual awakening. Я хочу поделиться своим опытом, как я пришел к духовному пробуждению. Because it's a very personal journey, and you have to make it. Потому что, естественно, это всегда абсолютно личный путь и личное путешествие персональное. И предпринять его может человек только сам. And in the beginning, AA can be my higher power. My sponsor was my higher power. Вначале сама организация AA может быть вашей высшей силой. Вначале мой спонсор был моей высшей силой. But the book says eventually there won't be anything that keeps you, that comes between you and your next drink. Но как написано в книге, в какой-то момент между вами и следующим напитком не будет стоять ничего, кроме вашей высшей силы. Okay. And my sponsor, when I got out of that treatment center, I talked about my sponsor. И когда я выбрался из реабилитационного центра, мой спонсор, о котором я вам рассказывал, he began this journey with me, and I learned about Alcoholics Anonymous on the front seat of his car. Он отправился со мной в это путешествие, и об анонимных алкоголиках я узнал, находясь на переднем на пассажирском сиденье его машины. Do you have a show here called Murder, She Wrote? Здесь идет сериал под названием «Она написала убийство». In America, only old people watch that show. А в Америке его смотрят только пожилые люди. So I went to meetings with my sponsor because the alternative was to stay home and watch Murder, She Wrote with my mother. Поэтому я проходил на собрание со своим спонсором, потому что единственная альтернатива этому времяпрепровождению было сидеть дома и смотреть с мамой этот сериал. Now, I didn't want to go to meetings with Frank. He was an old man. He was a retired mailman. И, конечно, мне совсем не хотелось отправляться с Фрэнком на собрание, потому что это был тоже пожилой человек. Это был отставной почтальон-пенсионер. He had nothing I wanted. He was married to the same woman for 50 years. И у него ничего не было такого, что можно было себе пожелать. Например, он был женат на одной и той же женщине в течение 50 лет. He raised 5 kids. Вырастил 5 детей. And he lived in a mobile home park for retirees. И жил в трейлере для пенсионеров. And I thought I was the cool guy. I was Miami Joe. В трейлерном парке, вернее.
А я-то считал, что я как раз крутой чувак. Я Джо из Майами. But nobody called me Miami Joe. I call me Miami Joe. Но как ни странно, никто меня так не называл, Джо из Майами. Только я сам себе нашел. You're really sick when you have to give yourself a nickname. И вот когда ты точно знаешь, что ты болен, когда тебе приходится себе дать крутой псевдоним. And, but Frank knew how to motivate me to get me to go to meetings. Но Фрэнк знал точно, как меня мотивировать ходить на собрания. There was one meeting, it was an hour each way, and it was all old folks. But he and I go, I got to ride an hour in the car with Frank each way. А собрание было в течение на расстоянии часа езды, и нужно было, и там были только старики. И мне мысли, ну, я себе задавал себе вопрос, это что, каждый день по часу ездить с Фрэнком? He knew I didn't want to go, but he told me, he said, you will love this meeting. There's a lot of ex-strippers there. И он знал, что, конечно, я не хочу туда с ним ехать, но он мне сказал, тебе там 100% понравится, потому что там полно бывших стриптизерш. Now, he didn't tell me they were 80 years old. Он мне не сказал только, что им там по 80 лет. But they started to look good. Но через какое-то время они уже тоже выглядели вполне ничего. So we would ride to meetings and I would learn about Alcoholics Anonymous on the front seat of that car. And he set me free in so many ways. Ну так мы ездили, и вот за это время, за время путешествий, за время езды, я узнал очень много об анонимных алкоголиках, об организации. И на этом переднем пассажирском сидении я, в общем-то, обрел свободу. The first thing he taught me was step one and step two. And he explained it in a language which was very simple that I could understand. Первое, о чем он мне рассказал, это были шаги, первый и второй шаг. И он рассказал мне это таким языком, которым это невозможно было не понять, очень простым языком. He told me step one, very simple. You're screwed. Первый шаг, он мне сказал, очень просто, ты в жопе. That's it. End of story. Вот все, больше ничего. Больше нечего добавить. And he explained, pay attention now. He explained that if you're not 100% convinced that you will drink again, you will drink again. И сейчас очень важный момент. Все очень просто, но есть очень важная оговорка. Но есть нюансы. Есть так важная оговорка. Если ты думаешь, что ты... If you're not 100% convinced you will drink again, you will drink again. Okay. Если ты не уверен на 100%, что снова выпьешь, значит, ты снова выпьешь. And I said to myself, that's terrible news. That means I'm really am. I mean, what's the use of all this? If that's true, then it's going to take a miracle. И тогда я себе сказал, ну это, конечно, новости не очень. Что для того, чтобы выбраться, потребуется чудо. He said, yes, that's step two. На это он мне сказал, да, для этого у нас есть второй шаг. And we began our journey. И так началось наше путешествие. Frank made me pray, even though I didn't have a relationship with God, he told me, what the hell, try it. Фрэнк заставлял меня молиться, и хотя у меня не было никаких взаимоотношений, никаких значимых отношений с Богом, он мне сказал, ну что ты теряешь, если попробуешь? Для того, чтобы проходить шаги, не нужно верить в Бога. And we talked about this. И мы об этом уже говорили. He wanted me to lay aside everything that I been taught about God, everything that I thought I knew about God, and he said, and let's go through the process of the steps. Он хотел, чтобы я отложил все, что я знал о Боге, все, что я думал о Боге, и просто прошел по шагам, через процесс, через весь процесс прохождения по шагам. And he said, and let's see what shows up. Давай посмотрим, что выйдет наружу. And he pointed out to me where Bill says in We Agnostics that John talked about. He said, God either is or he isn't. He's either everything or he's nothing. And then he made it very simple. What's your choice to be?
Did you get that? There's a few things there. Okay. Yeah. God either is or yeah. He isn't. И он отметил то, что написано в книге, Бог либо в главе мы агностики, где написано Бог либо есть, либо его нет. Or he's everything or he's nothing. Он либо все, либо ничего, либо ничто. And the most important line is what's your choice to be. And самая важная строчка здесь, каким будет твой выбор. He said, you don't need to believe in God, you're just going to act like a person would act if he believed in God. Тебе не нужно верить в Бога, тебе только нужно действовать так, как если бы ты был таким человеком, который верит в Бога. And this is more difficult than you know when you have to translate. So I understand, and it's difficult for you too. I understand that. Да, немного понятно, что сложнее переводить, чем когда. We've already ruined two translators. We're about to ruin our third. Мы уже двух переводчиков убили, сейчас убьем третьего. You're out. Who's fourth? You are. That's okay. Yeah. Okay. Пока держимся. But there's a funny story that happened to me when he asked me to start praying. У нас вышел такой интересный анекдот, интересная история, смешная, когда он меня попросил начать, когда, ну, настоял на том, чтобы я начал молиться. At that time I was a car salesman. В то время я продавал машины. And Frank had me starting to pray. He said, I don't care if you believe or not, I just want you to go through the actions of someone pray and start your day with prayer. И Фрэнк сказал мне, все равно, веришь ты, не веришь, как ты молишься, главное, чтобы ты проходил через процесс молитвы, просто ее осуществлял. So when he asked me, he said, are you praying in the morning? I said, yes, I am. I'm reading. He gave me a little meditation book. И важно было именно, Фрэнк подчеркнул, чтобы он начинал день с молитвы. Затем через какое-то время он спросил, ну что, ты молишься? Фрэнк ему также передал книжку, небольшую книжку для медитации, с медитациями. And he asked me, how do I do it? I said, well, I have my meditation book in the bathroom. And when I go to the bathroom, I read my meditation and I pray. Ну и Фрэнк через какое-то время спросил, как ты это делаешь? На что Джо ответил, я иду, у меня есть книжка, я иду, медитационная книжка, я с ней иду в туалет, и там молюсь, открываю и молюсь. Or I pray when I'm driving. Или я молюсь, когда еду за рулем, веду автомобиль. So he said to me, he said, so you multitask God. Он сказал, ну так ты осуществляешь многозадачный подход к Богу. And so I went to work one day, and my boss at the car dealership was a guy I used to drink with years before. И вот однажды я вышел на работу, а мой начальник в то время в салоне по продаже машин был моим бывшим приятелем по Бухалову. He was not an alcoholic, and I know our book says we do not like to tell anyone they're alcoholic. Он не был алкоголиком, и в книге также написано, что мы не диагностируем алкоголизм у других. But who's better qualified to know one than us? Но кто же лучше знает, кто алкоголик, а кто нет, как не мы? So we didn't have Tinder back then. Тогда еще не было Тиндера. So he was single and he would go out at night and I would go with him sometimes. И он был одиноким мужчиной, по вечерам ходил прогуливаться, и я иногда с ним тоже выходил в свет. Now I would go to the bars and I would have ginger ale. И я с ним ходил в бары, где заказывал себе имбирный лимонад. And one night I found myself in a bar 50 miles away. И вот однажды, одним прекрасным вечером, я обнаружила себя в 50 милях, 80 километрах от места, в баре, 80 километрах от своего дома. Now, he was drunk, and I wasn't, but fear gripped me. You can only drink so many ginger ales. И он уже был хороший, но он был пьяный, я не был, но я тогда меня обуял страх, потому что выпить, сколько можно выпить в баре имбирных лимонадов. And we got into a big fight. I asked him to take me home. Мы начали ругаться, я его попросил отвезти меня домой. And he wasn't going to drive me 50 miles to take me home. So we began to fight.
И он не очень был в настроении ехать 80 километров, чтобы отвезти его домой, и они начали ругаться. Now, I don't know how it is in Russia, but I will tell you in America, if you have a problem with the boss, you're the problem. Не знаю, как в России, но в Америке так. Если у тебя проблемы с начальником, проблемы у тебя. And I ended up taking a taxi, and he stayed there in the bar, and the next day I went to work. В результате я взял такси, он остался в баре, на следующий день я пошел на работу. And he was a little embarrassed, I'm sure, and I was embarrassed, and he called me into his office. Он чувствовал себя неловко, я чувствовал себя неловко. Он меня позвал, вызвал к себе на ковер. And he sat me down and he asked me. He said, "So, tell me." He says, "I know you go to those AA meetings." Он усадил меня и сказал мне, спросил меня, я знаю, что ты ходишь на собрания в AA. I said, "Yes, I do." I said, "You know that." He said, "Tell me the truth. Do you talk about me there?" Да, я хожу на собрания в AA. Скажи же мне наконец правду. Ты там меня обсуждаешь? I didn't then, I do now. Тогда не обсуждал, а теперь обсуждаю. And but that's I knew I was in trouble. When your boss thinks you're talking about him at an AA meeting, you're not long for that job. Но я тогда понял, что у меня действительно проблемы, потому что если твой начальник думает, что ты его обсуждаешь в AA, понятно, что работа продлится недолго. Но работать осталось на этой работе недолго. So I went back to my office and I called my sponsor Frank. And I'm going to tell you Frank's best advice. He gave this to me all the time. Я вернулся к себе на рабочее место, позвонил своему спонсору, и сейчас скажу вам, что мне на это ответил Фрэнк, потому что это было то, что он говорил мне часто, ну, в разного рода ситуациях. And Frank said, "Ooh, this is so good." He said, "What I want you to do is tonight go home and I want you to pray about it." And then let me know how God worked it out for you. На что Фрэнк ответил: "Здорово, отлично, что возникла эта ситуация. Сейчас пойдешь домой, помолишься, и потом мне сообщишь, попросишь Бога позаботиться об этой ситуации, и потом мне сообщишь, какой будет результат." See, what Frank was trying to do was get me to go to God, eliminate the middleman. И вот позиция Фрэнка была в том, чтобы приблизить меня, непосредственно поставить меня лицом к лицу с Богом, убрать, так сказать, посредника из этого взаимодействия. If that's for me, I'm not here. Если это мне звонят, меня здесь нет. His wife is looking for him. Жена, если жена ищет, его здесь нет. And so, because if you, we know when you're new, I live in a material world. And when you live in a material world, it's very competitive. It's kind of like the philosophy is there's a cake, and there's only so many pieces of cake, right? And it's great when I'm getting my piece of cake. But if it's really a material world, there's only a finite piece amount of cake. И, конечно, когда ты новичок, если вы новичок, понятно, мы понимаем ваше состояние. Мы живем в материальном мире. В мире столько всего, какое-то количество ресурсов. Понятно, что невозможно не включиться в гонку, соревновательную гонку, потому что все хотят получить какой-то кусочек материального благополучия. И с точки зрения логики, его на всех не хватит. Boy, that was a mouthful. Now, it's okay when I'm getting my cake, but if you get a piece of cake, secretly, it's not that I don't like you, but it's one less piece for me. Поэтому, конечно, когда у вас что-то складывается хорошо, вы получили условно свой кусочек пирога. Не то чтобы вы мне не нравитесь, но я понимаю, что логически ресурсы становятся меньше, пирога становятся меньше, и моя вероятность получить мой кусочек пирога тоже уменьшается. And so I live in a constant state of unmet demands. It's not enough, because it's finite. There's only so much, and if you get some, I get jealous. Поэтому, поскольку ресурс конечный, я живу в постоянном беспокойстве по поводу того, что мне не достанется. And in God's world, it's infinite. There's enough grace for everybody. А в мире, в понимании Бога, ресурс бесконечный. Now, ресурса достаточно, всего достаточно для всех.
Now, I don't know that at this time, so I'm going to go back to Tony. Tony is your boss? Yes. Tony is my boss. Но в этот момент, в момент повествования, когда я разговариваю еще с боссом, разбираюсь с боссом, я этого еще не знаю, о том, что ресурс бесконечный. Поэтому мы возвращаемся обратно к ситуации с Тони. Тони – это босс. So I go home, and I'm desperate. I don't know what else to do. So I pray about it, and I go to work the next day. Итак, я иду домой. Я нахожусь в состоянии отчаяния, отчаяния, молюсь, и на следующий день иду на работу. And there's no Tony. He doesn't show up for work. Nobody knows where he's at. And about an hour later, his car gets towed into the dealership. Прихожу на работу, начальника нет, никто не знает, где он. Через час привозят его машину на прицепе. And it's got six bullet holes in it. Oh. He was shot six times trying to buy crack cocaine the night before. И на машине 6 отметин от пуль. Оказывается, что накануне его машина была расстреляна при попытке приобретения крэк-кокаина. Now, it's a merciful God. It was a very small caliber gun. He wasn't hurt bad. Бог милосерден. Пистолет, из которого стреляли, был очень мелкокалиберным, и поэтому его там совсем немножко задело. But I never saw Tony again. Но больше я Тони никогда уже не видел. So I go back to my office and I call Frank. I said, Frank, you won't believe it. God shot the guy six times. Я возвращаюсь к себе на рабочее место, перезваниваю своему спонсору, говорю, Фрэнк, ты не поверишь. Бог выпустил в Тони 6 пуль. The reason I tell you that is because I have found in my experience that we get what are called Bill W. moments. И причина, по которой я решил поделиться этой историей сегодня, потому что у нас в жизни бывают вот такие моменты, которые я называю моментами Билла, моментами от Билла. I love our history, and what I mean by a Bill W. moment is when he was in that hotel lobby in Akron. Я очень люблю историю Билла, историю его жизни, и вот то, что я называю моментами от Билла, это, например, такой момент, как когда Билл был в гостиничном лобби в Акроне, город Акрон. He was broke, he couldn't pay his bill, he was depressed, but he could hear the people drinking in the bar. Когда это был такой момент, когда он находился в пучине депрессии, совершенно без денег, в банкротстве, и неподалеку от него, ну, в рамках, неподалеку люди пили в баре. Он видел, как люди рядом пьют. And that's the only relief he'd ever really known. And at the other end of the hallway was the telephone booth. И поскольку бар это было единственное облегчение, ну, бар в то время было единственное облегчение, которое он вообще знал в своей жизни от тягот. А с другой стороны, этого лобби было, как вы знаете, наверное, была телефонная будка. And at that moment, every one of our lives hung in the balance. И в тот момент, на самом деле, на весах были все наши жизни. And he didn't know what he was going to find on that phone. But he knew what he was going to find in the bar. Relief. But it was temporary. See, I believe he had done an internal first step. And he knew that the drink was temporary. And that it was followed by consequences. That's what sanity is. When you know the drink is connected to the consequences. И самое интересное, что он не знал, чем закончится поход к телефонной будке. Но он точно знал, чем закончится поход в бар. Облегчением. И вот этот момент, когда он понял, что это важный момент, когда он понял, что это облегчение временное. И вот в этом и состоит разница между здравомыслием и безумием, когда ты знаешь последствия временного облегчения. So, what happens, what I mean by a Bill W. moment, is we have an opportunity to grow our faith. We don't come here with faith. И вот что я имею в виду, когда я говорю об этих моментах от Билла. Это момент возможности взрастить веру. Никто не приходит сюда с готовой верой. Bill says that what we have here
He says, we do not have a monopoly how one can acquire faith. What we have is an approach that works for us. Как говорил Билл, у нас нет монополии на процесс получения веры, на процесс взращивания веры. We have an approach that works for us. Но у нас есть подход, который для нас работает. See, in church, they tell you you have to have faith. When I came here, in AA, when you come to AA, the prerequisite is that you have no faith. В церкви, когда ты приходишь туда, когда ты обращаешься к церкви, у тебя должна быть вера. Здесь нет такого требования, заранее встроенного требования, чтобы у тебя была вера. Наоборот, у тебя нет веры, у тебя не может быть веры. And we give you an opportunity how to acquire that faith. И мы даем вам возможность приобрести, взрастить веру. For example, there's been situations in everybody's life in this room where you can either choose anger or forgiveness. Например, у каждого из нас, из присутствующих в этом зале, были моменты, когда была возможность выбрать между гневом и прощением. And God will help you with forgiveness, but he won't help you with revenge. И Бог всегда вам поможет с прощением, в прощении, но никогда не поможет вам с местью, вместе. Or you can choose fear. And it's always easy to choose the fear or the anger. Или можно выбирать страх, или мы можем выбирать страх. И всегда гораздо легче выбрать гнев или страх. But with the guidance of a sponsor and eventually the example of other people in Alcoholics Anonymous. Но с наставлением спонсора и при созерцании примера людей в сообществе анонимных алкоголиков. I make these choices that grow a faith that I didn't have before. Я принимаю решения день за днем, которые взращивают веру, которой у меня не было раньше. And it's what we talked about a spiritual experience was. The ability to do, feel and believe that which I could not do on my own unaided strength. Can you repeat that? Yeah. Yeah. We talked about a spiritual experience is the ability to do, feel and believe. Вот то, о чем мы говорили, то, что называется, что такое духовный опыт? Духовный опыт. Это возможность, это способность, вернее, чувствовать, верить и поступать в соответствии с добром. So what I have found here for me is that I changed my behavior. Извините, в соответствии с тем, во что мы верим. Извините, в соответствии с тем, во что мы верим. Go ahead. Okay. I changed my behavior and I grow a faith. It's not the other way around. My faith doesn't produce the change. The change produces the faith. Я изменяю свое поведение и только таким образом взращиваю веру. Не наоборот. Не вера производит поведение, не поведение является продуктом веры, а вера является продуктом поведения. The greatest change you'll experience is going to a meeting you don't want to go to. Самые большие изменения, которые можно вообще представить себе, которые с вами случатся, происходят вследствие того, что вы идете на группу, на собрание, на которое вы не хотели идти. I found for me there's two big surrenders, two surrenders in Alcoholics Anonymous. Для меня два самых больших момента смирения происходили в следующих случаях. The first one is when I come in and I surrender my alcoholism, that I'm an alcoholic. Первый был, когда я пришел в AA и смирился с тем фактом, что я алкоголик. But for me, that won't keep me sober. The second surrender is the most important, when I surrender to the program of Alcoholics Anonymous. Просто прийти не удержит меня в трезвости. Второй момент смирения, самый большой момент смирения, это отдать себя программе. And I just want to mention one more quick thing before I turn it back over to John. And I ask permission to say this, because we were at a meeting last night, an English-speaking meeting in town, and it was a really remarkable meeting. And I got a great reminder at that meeting about the fatal nature of this disease. Мы вчера, прежде чем я передам слово, хотел поделиться одним моментом. Вчера мы были на группе, на собрании, группа Downtown, которая проходит на английском языке. И там был момент, который мне еще раз напомнил,
как ужасающая эта болезнь, как, насколько она фатальна, смертельна. That's where we met Lena. Там мы познакомились с Леной. And we also met Dmitry, who's in the back row, who was our translator here. И, а также с Дмитрием, который сидит на заднем ряду, который переводил ранее. Who had not, that was his first meeting back. Это было его первое собрание после возвращения, после срыва. So this is his first day sober, and he's here with us. Это его первый день трезвости с нами. Вот он с нами. That's the hardest day. Это самый тяжелый день, самый тяжелый день. Thank you. Спасибо. I want to thank all of the translators. Хочу поблагодарить всех переводчиков. She's a bit long-winded. If I were the translator, it would be one word at a time. Если бы я переводил, я бы переводил по одному слову. Too many drugs. Слишком много наркотиков. The third step looks like a really bad idea. Что сказать? Третий шаг выглядит как очень плохая идея. I was convinced that the third step meant I would never have any fun again. Для меня я был убежден, что третий шаг, смысл третьего шага сводится к тому, что у меня никогда ничего в жизни хорошего, веселого не произойдет. As we stay sober, the third step changes definitions the longer we stay here. И по мере того, как мы остаемся трезвыми, третий шаг меняет свое определение постоянно у нас на глазах. For example, the third step this morning for Dmitry was, do I show up? Например, сегодня для Дмитрия третий шаг состоял в следующем вопросе: идти right? мне или не идти? That's it, right? The 12 and 12 says there is only one key, and it is called willingness. 12 на 12 есть фраза: ключ ко всему только один, и это готовность. Willingness to me means taking actions that I do not believe in, that I know will not work. Готовность для меня – это предпринятие шагов, которые, о которых я знаю, что они мне не подходят, и я знаю, что они на меня не подействуют. But I will do them anyway because I'm out of good ideas. Но я все равно их предприму, потому что у меня больше никаких хороших идей не осталось. Later in the 12 and 12 it says, in fact, the effectiveness of the whole AA program will rest upon your willingness to try this. Далее в 12 на 12 говорится, весь эффективность, вернее, успех всего предприятия зависит от твоей способности к готовности попробовать это. Exactly. Joe talked a lot about sponsorship, and it's so vital to go through these steps with somebody who already has. Джо говорил о спонсорстве, и действительно критически важно, нельзя переоценить этот момент, проходить, что нужно проходить по шагам с кем-то, кто уже прошел по ним. Every great world leader has had a mentor that has shown them the way. Любой великий мировой лидер имел наставника, который показал ему путь. Even Vladimir Putin. Даже Владимир Путин. Is he listening? Он нас слушает. Yes. He's everywhere. He's everywhere. She said that. Я сказала, он везде. Somehow I get to sobriety and I think I can now, because I'm not drinking and drugging, that I can take control again. I'll make the decisions. In sobriety. Yes. Yeah. Yeah, in early sobriety. Да, в ранней трезвости я думаю, по мере того, как я протрезвляюсь, мне начинает казаться, что я могу со всем справиться. And the reason why I want to do it my way is I'm convinced that if I do it God's way, I won't get what I want. И справиться по-своему. И причина, по которой я хочу это делать по-своему, состоит в том, что я уверен, что если я буду делать
это по воле Бога, то мне это не подойдет, мне это не понравится. That's my biggest fear. If I don't get what I want, I won't be happy. И это мой самый большой страх. Если я не получу то, чего хочу сегодня, то я не буду счастлив. So I'll use all of my character defects to get what I want. Поэтому я сейчас же мобилизую все свои недостатки характера для того, чтобы непременно получить то, что я хочу. A little lying to the girlfriend to keep her around. Немного навру подружке, чтобы она от меня не уходила. A little cheating on the job to get ahead. Немного похалтурю на работе, чтобы пробиться вперед, продвинуться. I thought the third step meant that I had to figure God out. Meant that you figured. I got hung up for a long time trying to figure out what God's will was. Mm-hmm. Trying to do it God's way. What was God's way? Okay. Very confused. Мне казалось, что третий шаг состоит в том, чтобы понять волю Бога на меня. That's why it's so important to talk about conception in the second step, because if I'm having difficulty with the third step, it's because I have a conception that doesn't work. Characteristics, description of God. Mm-hmm. И поэтому мне казалось, что очень важно понять концепцию, иметь очень четкую интеллектуальную концепцию Бога для того, чтобы понимать его. If I believe God is punishing and keeping score, I don't want to turn my will and my life over to him. Поэтому, если, например, я думаю, что Бог карающий, что он записывает, подсматривает, следит за мной, тогда я не хочу в третьем шаге, если я во втором шаге прихожу к такому убеждению, то в третьем шаге, конечно, я не хочу перепоручать свою жизнь Богу. I sponsor a lot of men, and they come to me quite often with dilemmas. What do I do about a situation? У меня много подспонсорных мужчин, и они часто ко мне приходят с разного рода вопросами, которые являются собой дилемму. Что мне делать в такой-то ситуации? Как мне поступить? What is God's will for me? Is they're asking. Другими словами, они спрашивают, какой у Бога на меня план, какая у него воля. And a good sponsor will not answer that question. И хороший спонсор, конечно, не ответит на этот вопрос. The story that Joe was telling is that his sponsor put Joe's hand in God's hand and made the connection. Эпизод, о котором рассказывал Джо, так важен, потому что он, по сути, вложил руку Джо в руку Бога и убрал себя из роли посредника, сделал эту роль, их взаимосвязь, вернее, прямой. Most third step problems are not third step problems. They're second step problems. Большинство, поэтому я говорю, большинство проблем третьего шага это не проблемы третьего шага, это проблемы второго шага. Early in sobriety, I thought I could have. I would divide up the responsibilities. God would handle the alcohol and the drugs, and I would handle the money and the women. В ранней трезвости. Я решил, что я просто поделю обязанности с Богом. Я ему перепоручу, пусть занимается моей трезвостью, наркотиками, алкоголем, а женщинами и деньгами займусь я сам. I didn't say that much. Very later, much farther into sobriety, I started to get off the path of Alcoholics Anonymous. И более по мере развития трезвости я стал уклоняться от пути анонимных алкоголиков, сходить с пути. I didn't know it, but I had found a new higher power of money and prestige. Тогда я этого не понимал, но я нашел новую высшую силу, которая состояла в деньгах и престиже. I started coming to meetings a little bit late. Я стал приходить на группы на заседания попозже. I didn't have time for a service position. Не было уже у меня времени для служения. No time for the new person. Не было времени на новичков. And very slowly I got way off course, sober. И понемногу я сбился с пути, хотя оставался трезвым. What the book calls self-will run riot.
In 1 year's period of time, I made a complete mess of my life sober. В книге это называется «Своеволие и мятеж». И через какое-то время, уже будучи трезвым, я совершенно изговнякал свою жизнь. I ruined a multi-million dollar business. Я разрушил многомиллионный бизнес. I got arrested in sobriety. Меня арестовали в трезвости. The bank was taking my home. Банк отбирал дом. The bank took my cars down the driveway on a tow truck. Отбуксировали машины мои, банк тоже их апроприировал. The lights were being turned off in my home. Уже отключили электричество в доме. Complete unmanageability. Полная неуправляемость. I was the manager again. Потому что я опять попытался управлять своей жизнью. Nowhere in the big book does it promise that manageability will return. Нигде в большой книге, обратите внимание, не написано, что управляемость вернется. It doesn't say you've been sober 10 years, here's the keys back to your life. Там не написано, вот 10 лет был трезвым, пожалуйста, ключи обратно от твоей жизни забирай. On top of all those terrible things, I traded in the thing that I cared about the most. И помимо всех этих ужасных факторов, я еще traded in the thing. I'll skip that. Okay. I used to say in meetings all the time, I've made a lot of mistakes, I've done a lot of things wrong, but I've always been faithful to my wife. В группах я часто повторял, я очень много сделал неправильно, много совершил ужасных поступков, но всегда оставался верным своей жене. And I trade and I broke that ideal. И я нарушил этот идеал. I violated my wedding vows. Я нарушил свои обязательства, брачные обязательства. It ruined my wife was absolutely devastated, rightly so. Совершенно ожидаемо, жена была абсолютно жена была в ужасном состоянии, как следствие. My entire life was very bleak. Жизнь вообще выглядела очень в этот момент темной. Будущее выглядело очень темным. I could not go to meetings where we lived because she was sober. She's in sobriety. Okay. She's in AA. Я не мог ходить на группы поблизости, потому что она тоже в трезвости, чтобы с ней не встречаться. And I couldn't go to AA where I used to go because I had ruined that business there. И там, где я раньше, где в ранней трезвости, куда я ходил, туда я тоже не мог ходить на собрания, потому что там я разрушил бизнес. And I had a second surrender, the type that Joe was talking about. И я пришел к смирению второго типа, о котором говорил Джо. I found myself at 3 o'clock in the morning getting ready to kill myself, stone cold sober. Я пришел в себя в какой-то момент я пришел в себя в 3 часа ночи, в момент, когда я готовился покончить жизнь самоубийством в трезвости. I was so full of self-pity that I thought AA didn't work anymore. Я был настолько переполнен жалостью к себе, что мне казалось, что AA больше для меня ничего сделать не может, больше не работает. But I had a moment of clarity that made me realize I wasn't doing AA anymore. Но у меня был момент ясности, когда я понял, что на самом деле я больше не иду по пути, я не делаю то, чем является AA. I know I didn't have a sponsor, I wasn't in service. У меня не было спонсора, я не занимался служением. And I said the great AA prayer that we all have to say at one time or another. И я тогда прочитал молитву, великую молитву, которую каждый из нас так или иначе когда-то в какой-то момент своей жизни должен прочитать. That prayer is God fix me or kill me, do one of them fast. Если молитва это состоит в следующем: Бог, убей меня или исправь меня и, пожалуйста, побыстрее. I had to surrender at a depth and weight that
I had never before. Я вынужден был, я должен был смириться на, в такой глубине, ну, в таком объеме, в котором никогда этого раньше не делал. I made a decision that I would do exactly what the big book said. Я принял решение, что я поступлю в точности, как предписывала большая книга. One of my wife's sponsees gave me a four-step CD. Один из подспонсорных моей жены подарил мне CD, компакт-диск с четвертым шагом. After listening to it for a while, I realized that it had been a long time since I had done a Searching in Fearless Moral Inventory. И вот я его слушал и понял, что и сам-то я уже очень давно не делал инвентаризацию, страшную моральную инвентаризацию по четвертому шагу. Many of you know who was on that CD. His name was Scott Lee. И многие из вас знают, на этом кто был на этом компакт-диске. На этом компакт-диске был Скотт Ли. I called him a thousand. He was lives a thousand miles away, and I called one morning, and I surrendered to going through the steps again. Он живет в тысячи миль от меня, но однажды одним утром я ему позвонил и. Did you decide to do it with him? Yes. И решил пройти с ним шаги. When I called him, I told him that my life was a mess, and I knew the answer was to do a good four step. Когда я ему позвонил, я понимал, что жизнь моя находится в тупике, и что единственный выход это сделать, ну, качественно пройти четвертый шаг заново. I don't know if you have sponsees like this. But many people call me and think they know what the problem is, and then tell me how we're going to fix it. Не знаю, есть ли у вас такие подспонсорные, но мне многие звонят, рассказывают, какая у них проблема, и потом рассказывают, как ее исправить. And what he told me was that we were going to go through all of the steps, not just the fourth. И вот он мне на это также ответил, что мы будем проходить все шаги, а не только четвертый шаг. What I'm trying to say is that I cannot see God's will in some areas of my life. It has to be all areas. И смысл того, о чем я говорю, состоит в том, что я не могу видеть, не могу знать волю Бога на меня во все, в какой-то области. And over the telephone, we started going through the steps, page by page. И так мы по телефону начали проходить по шагам, страница за страницей. When it said stop and pray or make a list, we would do whatever the book said. Если в книге было написано остановитесь и помолитесь или сделайте сейчас, напишите сейчас список, мы это и делали. When we got finished saying the third step, what he told me was, congratulations, the rest of your life is none of your business. Например, в третьем шаге, когда мы его закончили, он сказал мне: поздравляю, остаток твоей жизни от тебя никак не зависит, не является твоей проблемой. I had to completely surrender my way and my wants of doing things. My entire life of trying to get what I want had failed. I had to get to the end of myself. Мне вынужден был полностью отрешиться от всех своих желаний и всех своих планов на свою жизнь, потому что мой план совершенно никак не сработал, заведя меня в тупик. Because early in sobriety, I thought I wanted to do what God's will was. I don't know how to say this. I don't need to know this. I thought I wanted to do what God's will only if it was convenient for me and would get me what I wanted. Потому что поначалу в трезвости я хотел делать то, чего от меня хочет Бог, но только в том объеме, в котором вот это приносило мне счастье и удовлетворение. I had to be convinced that my way and my wants would not be successful. И мне пришлось пройти через то, чтобы убедиться лично, что мои планы, мои желания, мои идеи не приведут меня, ну, приведут меня к тупику. By going through the steps in that manner, the way that the book talks about, I received the greatest promise of Alcoholics Anonymous. Пройдя по шагам в той манере, именно в том виде, в котором описано в книге, я получил обещание новой жизни. Which is having had a spiritual awakening as the result of these steps.
первым из которых, главным из которых является духовное пробуждение как результат прохождения шагов. By doing that, in that process, our marriage was able to heal, and we're as happier than we've ever been in our life, and have a better marriage than we've ever had, my wife and I. И пройдя этот процесс, мы смогли залечить наш брак, и сейчас моя жена, мы с женой гораздо счастливее, чем когда-либо были вместе. I was convinced that we couldn't heal from that, that she would beat me with that. For the rest of my life. Я был уверен, что мы не сможем никак залечить эту рану, что она будет меня до конца жизни, ну, бить этим, попрекать этим. Because I had taken God out of the equation. Потому что я в этот момент вывел Бога из своих предположений на жизнь. So for me the third step is about ownership. Из уравнения, извините. Whose mess is this? Поэтому для меня третий шаг – это вопрос того, кому это все принадлежит, чьи это проблемы. It's my mess. It's been my experience that victims do not stay sober. Проблема моя. Проблемы всегда мои. Я убежден, что жертвы, ну, занимающие жертвенную позицию, не остаются трезвыми. Джо, do you have anything else you want to add about three? Джо, ты хочешь что-нибудь добавить по поводу третьего шага? Yeah, just quickly on step three is when we got to step three, you're not really, and I don't know how it was for you. It says sometimes a great effect was felt immediately. Да, пару слов по поводу третьего шага. Не знаю, как у вас, но вот бывает, говорят, что когда доходишь до третьего шага, сразу возникает серьезный эффект, серьезное эмоциональное воздействие. That was not my experience. Для меня такого, у меня такого не было с третьим шагом. I was not capable of turning my Like John said, step three did not look like a good idea, and it sounded good in theory, but I was not about to turn my will and my life over to the care of God, who I thought was mad at me. У меня не было такого опыта, когда я подошел к третьему шагу, я совершенно не был готов перепоручить свою волю Богу, который я считал, потому что я считал, что Бог на меня очень зол. Because I had believed in God, but I always thought of God as kind of It really wasn't a God relationship. Go ahead. Потому что я верил в Бога, но у меня не было ощущения, что могут быть с Богом и есть с Богом отношения. I was the God, he was the servant. Я Бог, он мой подчиненный, он слуга. I only called on him to clean up my messes. Потому что я к нему обращался только тогда, когда нужно было, ну, расчистить мои безобразия. So I went through the motions of step three, and if you didn't have a great effect when you did step three, don't worry about it. Я формально прошел все процедуры, связанные с третьим шагом, и если у вас нет такого вот яркого эмоционального прихода, эффекта, не волнуйтесь по этому поводу. What happens, my sponsor explained that step three, and I don't know if you have this here, when you join the military, do they swear you in? Третий шаг мне спонсор объяснил, что это вот как вот есть у вас такое, что когда вы вас призывают на службу, нужно пройти клятву, принять клятву, дать клятву, присягу, извините, да, принять присягу, yes. Да. My son, the one that was in the motel room with me, was having a lot of trouble with drugs and alcohol when he was 18. У моего сына было много проблем, когда ему было 18 лет, были проблемы серьезные с алкоголем и наркотиками. Он жил вместе со мной тогда в комнате в мотеле. So I told him what he needs in his life is a higher power. И тогда я ему сказал, что ему в жизни нужна высшая сила. And I gave him a choice of five: Army, Navy, Air Force, Marines, Coast Guard. Я ему дал на выбор пять: армия, военно-морской флот. Navy, Marines, десант, Coast Guard, береговая охрана, and that's plenty. Yeah, okay. And Air Force еще. Yeah, Air Force. Well, he decided to join the Coast Guard. Он выбрал из этого всего береговую охрану. And this experience is a lot like step three was for me, and it may be for some of you.
his experience or this. Right, his experience. И для него этот опыт вступления в береговую охрану во многом был таким же, как для меня третий шаг. We went to the recruiting office and they swear him in. They give him a Bible and he puts his hand on and he's in plain clothes. He puts his hand on the Bible and he swears in allegiance to the Coast Guard. И мы пошли вместе в рекрутинговый офис, ну, где найм происходил. Он совершенно в гражданской одежде положил руку на Библию его то, и присягнул к береговой охране. Now he hasn't done one push-up. He doesn't have a gun. He doesn't have a uniform. И на тот момент он еще ни разу не отжался, у него нет ни формы, ни оружия. But he's in the Coast Guard. Но он уже в береговой охране. And they tell him, you be at this office on Thursday morning at 8 o'clock, and the bus will take you to boot camp. И ему говорят, в четверг утром будешь здесь, тебя автобус отвезет в учебку. And if you're not there, you will suffer the consequences. А не будешь в четверг здесь утром, будут последствия. Well, step three for me was basically that. It's the swearing in. I haven't done any steps. I haven't done 4 and 5. I haven't had a spiritual awakening, but I'm swearing in because I'm convinced that my life run by me is hell. И третий шаг для меня это момент принятия присяги. У меня еще нет, я еще не проходил ни четвертый, ни пятый шаг. У меня может не быть спонсора, ничего еще в моей жизни этого нет, но я уже знаю, почему я присягаю. Я знаю, что я не могу продолжать управлять своей жизнью. Будут последствия. So, if anybody here would like to, I would like to swear you in to Alcoholics Anonymous. Поэтому, если кто-то готов, я готова вас принять присягу анонимным алкоголикам сегодня. And I'm going to say it, and she's going to translate it, and you can recite the prayer. И я скажу, она переведет, а вы повторите за мной молитву. It says, be sure you take it with an understanding person. That's John. В книге сказано, принимайте присягу в присутствии понимающего человека, опытного человека. Это будет Джон. So, if you care to translate this, okay? God, I offer myself to thee. Бог, я предлагаю себя тебе. To build with me and do with me as thou will. Да, мы сейчас все тогда повторим молитву сначала, да? God, I offer myself to thee. Боже, я предлагаю себя тебе. To build with me and do with me as thou will. Чтобы создавать и творить. Вы знаете ее наизусть? Кто скажет тогда? They know it by heart. Oh, they do? Well, they can. They can go ahead and say the prayer. Okay. А кто может ее вслух в точности сказать? Я ее точно. Ну, просто чтобы она точная была, никого это не обидит. Okay. Do they need the rest of it? We'll do the translation. Okay. Relieve me of the bondage of self. Освободи меня от чего себя? От пут себя. Да, есть по-русски она? Спасибо, извините. Давайте я тогда буду. Ага, спасибо. Окей, go ahead. You're on. Wow, this is really it? Yeah, that's really it. Okay. Значит, смотрите, я вам сейчас прочитаю ее по-русски. Чтобы не было никаких, потому что оно немножко по-другому здесь звучит. Мой Создатель, теперь я готов, чтобы ты принял меня всего, хорошего и плохого. Это другая? Это седьмого шага. Ну вот я смотрю тоже, что... Там есть третья. Я предаю себя тебе, чтобы создавать твои вещи. Как тебе угодно. Давайте кто знает, встаньте. Да вот именно, я прошу, да-да. Так, смотрите, Господи, все, есть. Молитва третьего шага, все. Это уже я только по-английски знаю. Так, давайте. We're ready. Here we go. God, I offer myself to thee. Господи, предлагаю себя тебе.
Я предлагаю себя тебе. To build with me and do with me as thou will. И прошу тебя создавать и творить со мной, как тебе угодно. Прошу тебя создавать и творить со мной, как тебе угодно. Relieve me of the bondage of self. Избавь меня от рабства эгоизма. That I may better do thy will. Чтобы лучше исполнять твою волю. Take away my difficulties. Забери мои тяготы и трудности. That victory over them may bear witness. Чтобы эта победа была свидетельством. To those I would help. Для тех, кому я мог бы помочь. Of thy power, thy love, and thy way of life. И помогу твоей силой, твоей любовью и твоим путем в жизни. May I do thy will always. Да исполню я волю твою всегда. Now, you've just taken step three. The rest of the program is learning how to live that. Вот сейчас мы все, вы все приняли третий шаг, предприняли третий шаг. Остаток программы — научиться жить в соответствии с этим шагом. Okay, see you back here in 15 minutes. Через 15 минут.